Всем привет, дорогие друзья, с вами Смелька Дела. Сегодня я буду продолжать играть в Skyrim, и у меня мышка залагала. Что за нафиг? Да блин. Сейчас увидимся через мгновение. С виду того, что мне приходилось перезагружать игру, и моя мышка восстановилась. Короче говоря, давайте же продолжим. Без съемок с Лидией погулял, ну и нашел какую-то факельную шахту, вышел из нее, и я уже тут. Давайте же продолжим с самого последнего места. И я ХПС уберу сейчас. С оружием в руке вы двигаетесь медленнее, да? Серьезно, я не знал. Skyrim известный так же, как Старое Королевство или Отчизна был первый регион, заселенный людьми, неизвестный автор провинции. Что, Skyrim и в реальной жизни существовал? Да ну нафиг, офигенно. Так, тут где-то была Лидия. Лидия. Здрасте. Ого! Этот меч больше, чем ты. Все, пошли отсюда. Если что, спасать меня будешь, короче. Я просто двигаться не хочу. Так, все, пошла-поехала, дорогие друзья. Мы недалеко от Ривервуда. Вообще недалеко. Ну и делаем прыжок веры. И ни за что не используем вот это вот. Да, как вы могли заметить по прошлой части, я убил дракона, изучил крик. И... я тебя впервые тут вижу, пацан. Так. Зайдем к кузнецу, посмотрим, что у него там. Как кузня, так сказать. Если тебе я тебя приветствую. Так, алло. Вот что у тебя есть на продажу? Давайте я хочу тебе кое-что продать. А, нет, это мое все. В таком случае продадим тебе вот это вот, оно нам не понадобится. Не, вот тут я вообще убиваюсь с первого удара. А что из разного я могу тебе продать? О, точняк. Так, ну железных слиток, не, это уже мое. Что у тебя есть из оружия, чувак? Отпишитесь в комментариях, народ, нафига нужна кирка? Тут что, шахтерить можно каким-то чудом? Так. Ну, у тебя пока что тут нет ничего такого офигенного, кроме вот таких вот стрел. Они мне очень понадобятся. Ага, сколько удалено. Так, теперь мне бы одеться. Красивенько. Что это? Доспехи? Тяжелая броня. Не, с тяжелой броней Лидия будет очень долго бегать. Сыромяный. Столько стоит? Не-не-не, это подарок уже. На подарок оставлю. Ну что ж, в таком случае только так я и тебе могу дарить, Лидия. Навык красноречия повышается до 16. А зачем красноречие? Оно же нафиг не надо. Все, давай, пошел отсюда. Отойди, Лидия. О, Лидия, привет. Лидия, у меня для тебя подарок есть. Я с радостью понесу твою ношу. Ты все равно будешь нести то, что я скажу. Это я сказал так. Из одежды я тебе отдаю. А тебе не надо. Вот это. Ух, какая грозная, ёшкин кот. Тогда пойдём? Да, тогда пойдём. Сейчас зайдём к Ривервудскому торговцу. Продадим ему парочку фигень. Во. У тебя, кстати, жизнь. Да вроде бы нормально. Эй, чувак. Мы с тобой здесь едим. Что есть на продажу? Гляди. Давай, погляжу.
и оружие. Ну, только стрелы. Извини, чувак, только стрелы могу купить. Все. Так, теперь что я могу тебе продать? Нет, это и мое дело. 151. Хочешь? Не хочешь? А все равно придется. Это я ношу. Что зелий? Не, зелье мне нужно в любом случае. Пища. Пища. Вот тут оно все такое офигенное. Хотя не, морковку. Не знаю, держу. Я люблю целый хлеб, извини, хлеб. Так. Ингредиенты. Ну, для зелья это не понадобится. Книги. Ну вот, этого уже мне не нужно. Дневник оставим. Тоже понадобится, понадобится, понадобится. Потом заклинание ясновидения. Еще не изучал. Посмотрим. Вот это вот оно мне не надо, так что найти. А теперь что из разного? Держи, держи, держи. Держи, держи, держи. Держи, держи, держи. Опять как у нас красноречие. Ну ладно. Торговца 104. Извини, братюнь, когда будет побольше денег, отдам, хорошо? Так. Ну вот, держи. Кальду 16. А, ну все, держи. Все, чувак, я богат, а ты нет. Угу. Так, давай же пойдем Лили отсюда. Так, как я увидел, нам надо изучить одно заклинание. Книги. Вот, том заклинаний использовать. Очень новое заклинание, ясновидение. Давайте же, я довольно, не смотрел на заклинания, хочу их осмотреть. Лечение, ночное зрение, пламя и сновидение. Давайте на левую, что ли, поставим. Ну-ка. О, черт. Пишется, называется. Вот смотрите, вот это вот настоящая наркомания. Сейчас я вам покажу. Она открывается сразу. Сейчас так. Вот, ночное зрение. Где она? Что за знаете вам. Серьезно, я что-то опять не могу использовать магию. Что за ясновидение? Ладно, фиг с того, побери. Оружие. Крянская морская стрела. Что-то у меня уже морская стрела мало, это плохо. Дайте же по спин. Вы тут не подумайте, это не мой дом. Там это дом Хеда и Хердут. Не помню. Надеюсь, ты не вот собираешься все устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? И тебе доброго дня, друг. Да встретишь ты смерть с мечом в руке. Спать? Сколько? Давайте до 11.
как раз будет 7 утра где-то. Мне тут рассказывали, парень. Че, пошли, пошли, едем. Папа говорит. Все, пошли, пошли, пошли отсюда. Я так сейчас плохо слышу. Я его помощница. Ну, то есть ученица. Так. Ух ты. Пенек. Пенек, алло. Ладно. Что ж, давайте же пойдем на задание, на миссию. На миссинс. И посмотрим для начала на карту, что это за миссия. Карта. Где вообще эта миссия? Что за... Ай, так что нам придется перейти гору, перейти через реки и... Пошло-поехало. Как же это будет долго. Стоп. Ну-ка. Карта. А мы не можем быстро где-то переместиться рядом с этим? No. Ладно, перейдем через реки, через горы, через поляны, через моря. Найдем это задание. Во. Нам надо пройти эту гору. Перейти, точнее, через эту гору. О, леди, ты со мной? Что-то пошла, поехала. Идусь-ка не за мной, ну ладно. Слушайте, просто интересно. Ривервуд? Ой, точнее. А, ладно, так. А я к вам вернусь через мгновение. Так, дорогие друзья, я к вам вернулся. Я по дороге, когда сделал паузу и когда шел, я встретил великанов. Они у меня убили с двух ударов. На второй удар я полетел просто в Скайрим гигантский. Ну, в общем-то, я решил зачаровать свой... Ты в драконьем пределе, чтобы помочь. В последнее время да, все ладно. Только и толкуют об этом идиотском конфликте. Что я лично продажу. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? Давай. Мне нужно... Великий каменный душ. Великий каменный душ. Погляди. Да мне нет, не хочу. Что тебе зачаровать? Как зачаровать броню? Учишься, мастер. Возьми зачарованное оружие или броню, когда выучим. Понятное дело, все необходимое есть у меня в продаже, если тебе хватит монет. Эндрама душ. Предмет. Нет очарования. Помнишь? Не понял, что тут нет очарования. Нужно что-то?
Да уж. Так, в общем-то, я не узнала, как зачаровывать, поэтому я хочу купить домишко. Самый простой. А вот тут. Я служу управителю. Вот так я сюда беру, то я хочу купить дом в городе. Замечательно. Сейчас как раз продается один дом. Пожалуйста, где я еще буду сейчас? Пожалуйста, где я еще? Очень хорошо. Дай мне знать, когда соберешься купить дом. Надеюсь, тебе понравится в драконьем плетении. Мне надо 5 штук. Слава богу, это не украсть.